Так, что мы будем, ребята, делать с вами дальше? Ну, во-первых, давайте поработаем вот с этой штукой. Скажем, ну, давайте вот здесь. Ctrl-R. И потянем ее вот сюда. Давайте сразу отслеживать, что у нас происходит, да? Вот, то есть мы вот прорезали прям вот эту. Я думаю, что вот этот нам тоже надо будет поднять. Вот это вот наверх. Ну, это можно попозже сделать, в общем-то. Я попробую сделать так, вот так. Вот этот G и вот так. Ну. Ну, конечно, все порушил. Зачем мне надо делать? Пусть оно так будет. Пока пусть так будет. Так, мы сейчас займемся с вами вот этим еще. То есть здесь Ctrl-R. И если мы скажем два раза G, раз, два, то он будет двигать по вот этим вертикали. Потому что если один раз, то он будет сжимать их. Так, смотрим. Угу. Видно, как она работает. И хорошо работает. Так, сейчас мы с вами еще вот этот и этот вытянем. Давайте Е. Вот сюда вытянем. И с помощью точек поправим, как она должна быть. Это вот сюда. Отключить вот так, к примеру, да. Так, что мы будем делать дальше? Ну, в принципе, тут напрашивается кое-что. Ну, посмотрим. Так, с этим ребром мы явно поторопились. Ну да ладно, что ж теперь. Так, Е, поведем его вот сюда, если что. Так, далее в точках выберем. Скажем, F. Закрыли полигон почему-то. А, вот тут еще. F. Ну так, закрыли. А теперь, скажем, Ctrl-R. Ctrl-R. И тогда, секундочку, мы можем эти полигончики немножко подвыгнуть. Ну, такие полукругленькие сделать. Вот так, достаточно. Так, что еще? Тут сверху что-то у нас не совсем подходит к этому. То есть мы сейчас ее немножечко выровняем вот так. Так, а это сможем вот так сделать, интересно, без нарушения чего-либо. То есть R вот так подвинуть его вот так по этой линии, да? А здесь сразу же, ну, чтобы линия была прямая и не нарушать ничего. Так, 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 и вот так, есть. Так, ну здесь теперь мы можем, я думаю, так сделать. Протянуть этот G. Нет, это лучше E.
назад. Е. Вот отсюда, допустим, да? И здесь ее с помощью вот этой штуки уменьшить. Вот до сюда. Допустим, вот так сделать. Вот, вот так. Так. Тогда можно тоже, если разделить, Ctrl-R, вот так. Тогда раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, все получается. Здесь. Два, три, четыре. И раз, два еще. Будет F. Еще раз. Раз, два, четыре, F. Все. Ну так. Тут, конечно, мы в любой момент можем в треугольник превратить, но нафиг нам это надо. Пока пусть она вот так и будет. Единственное, что мне кажется, вот тут должно быть более ярко выражено оно. Включим. Здесь возьмем G и чуть подтянем вот так. Ладно, все, вот так достаточно, мне кажется. Единственное, что теперь я бы сбоку посмотрел на это ваше безобразие. Так, вот она поднимается, поднимается. И тут резко опускается, да? Ну. Убираем. Параллельность. Вот так. Так, кажется, все нормально. Сверху, если посмотреть, поправить ее. Мы можем так сделать. Нету тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10. У меня есть специальный Loop Tools, которым я говорю Flatten. И он выбрал все правильно. Вот. Теперь у нас очень неплохая получилась штучка-дрючка. Далее мы продолжим таким образом, что вернемся сюда. Вот. Видим, что у нас есть возможность еще сделать парочку разрезов здесь. Ох, как мы сейчас рискуем. Ctrl-R. Так. И здесь. Ctrl-R. Здесь вытягиваем. Так, а тут я не знаю, насколько мне нужно это. Так, чтобы уменьшить. Ну, сверху давайте смотреть. Образование бугров. Тут, допустим, могут они появиться. Давайте мы их уберем сюда. Вот. Вот эти вот. Так, вот этот. Так. Подумать о том, стоит ли нам двигать вот это.
Ну что ж, я скажу, у меня так ровно никогда не получалось. Начинаю потихоньку понимать, что происходит. Угу, очень хорошее такое углубленница. Так. Так, ну и дальше, как говорится, для круглости мы сейчас вот здесь еще поставим. И давайте смотреть. Явно, что у нас... отключаем сейчас. Видим вот это вот положение. Не очень красиво, да? И вот так видно, что оно не круглое. И теперь вручную потихонечку, полегонечку подправляем. Да. И смотрим, наблюдаем за ней, чтобы она действительно была симпатична. Мы тянем только по зету. Вот так. И еще раз по зету. Знаю, надо ли немножко заострить здесь, не помню как. Ну, для меня это не важно. Я не делаю прям. У меня нет, как сказать, обязанности. И это очень хорошо. Делать обязательно точную копию этого обеля несчастного. Потому что у меня следующим этапом пойдут кургузики. А они уж точно не это. Вот так. Хорошо. Далее выделим это еще разок. Ну-ка, чтобы проконтролировать. Вот это вот. Так. И скажем, что это flatten. Выровнять. Так, теперь они выровнялись. И я могу сказать, что мне теперь надо вот здесь Ctrl-R еще один провести и подвинуть его прямо вот сюда. Таким образом мне удастся создать такое вот ребрышко здесь. Ну что ж, прекрасно, мне это радует. Сверху смотрим. И вот эти вот два подвигаем сюда. G. Вот так мы это делаем. Прекрасненько. Тут тоже чуть-чуть подвинем. Здесь подвинем. Это наоборот вот сюда. Прекрасно. Последнее, что мы в этом туторчике сделаем. Посмотрим сверху. Вот это. Спереди. Вот. Мы возьмем сейчас, опустим вот этот вниз. Первое. Что мы сделаем, мы его опустим вниз. Так. А теперь, взяв. А что это у нас задом-то повернулось? Эй, подруга. Ты странная. Перед. Так, мы должны будем сделать сейчас. Подождите, мне немножко не ясно. Не переборщили ли мы? Вот тут уже. Где у нас там? Странно. Нет, у нас просто почему-то этот встает здесь. Зараза какой. Ну-ка, подождите. Что-то здесь не так. Я нажимаю тройку, и мне показывают вот это, да? А это мне не надо. Поэтому сейчас вывернемся. Пойдем вот в этот объект. Выберем его все-таки. Вот этот объект пойдет. Здесь у нас
неправильно этот стоит. Вот, скажем, форна. Что меня заставило, интересно так поступить там. А вот теперь мы видим, что очень хорошо, все мне так нравится. Ну, замечательно, что я готов двигать дальше эти всякие ваши. Вот так, это мы уберем. Так, а вот это выберем. И скажем, edit. Так, вот это отключаем. Секундочку. Модифер это. Где у нас модиферы? Вот они у нас модиферы. И что? Edit mode. Да что ж такое-то? Ну, мне надо переключить. Это. Почему мы не включаем мои модиферы? Вот к этому. Должны быть модиферы? Да. Почему они не показываются? Как будто никаких нет здесь модиферов. Так, секунду, я разберусь. Вот Subdivision включился. Так, ну я вижу, теперь нам нужно, во-первых, давайте выровняем. Ох, ты ёлки-палки. Давайте я поставлю этот сюда сейчас. Вот этот сюда. Вот этот сюда. Пока идет все хорошо. Меня что волнует, это вот это несовпадение. Ну ничего, я думаю, что мы с этим тоже справимся. Вот эти два вниз. Теперь я бы такой, что я бы взял. Вот это выбрал, вот это вот, вот отсюда. Сказал. Loop Tools и Flatten. Вот они теперь выровнялись. Так, и теперь я могу спокойненько взять вот эти вот дедин и вот так дедин. И сказать E потянуть до самого низика. Это по оси Z. Так. А уж вот эту точку управить и поставить туда, где она должна быть. Она должна быть вот здесь. Все. О, такой красивый капот я в первый раз делаю. Полезно. Оказывается, идти за правильным туторчиком. Так, и включаем Subdivision. Все, капот готов. Прекрасно. Ну что ж, до следующего видео, друзья. Я с вами не прощаюсь.